Друзья, я вас всех приветствую. У меня для вас супер новость. У меня для вас очень полезный подарок, но об этом будет позже. А сейчас давайте поговорим о том, что такое детокс организма. Нужен ли детокс организму и как почистить лимфу? Итак, многие задают вопрос, а зачем же нужен дополнительный детокс? И такое, знаете, даже есть возражение, что у нас организм самоочищающаяся система, что он способен полностью сам очиститься. И я отчасти с этим согласна. Да, у нас очень мудрый наш организм. Это мудрая система, которую устроила природа. Но, друзья, не стоит забывать, что в настоящее время окружающая среда несет на наш организм токсическую нагрузку, просто колоссальную. Это выхлопные газы, это выбросы с различных производственных промышленных предприятий, химзаводов. А какая токсическая нагрузка идет к нам из продуктов питания? Да, к сожалению, потому что продукты сейчас набиты просто-напрочь трансжирами различными, ароматизаторами, красителями. А если говорить про овощи, то там тоже нитраты, ну и так далее, тому подобное. Все это колоссальная нагрузка на наши органы, и наш организм, он просто эволюционно еще не приспособился к такому количеству токсинов. И это факт. Поэтому нужно организму помогать очищаться. А вообще очень интересно и мудро, еще раз повторюсь, устроен наш организм, и многие системы, они несут сразу в себе несколько функций. Если говорить про, допустим, такую жидкость в нашем организме, как желчь, она одновременно помогает переваривать пищу, это мясную пищу, жирную пищу. А с другой стороны, желчь является таким канальцем, да, таким транспортным средством, по которому токсины из печени вот в этой самой желчи идут как пассажиры, едут и выезжают. В итоге в кишечник и дальше уже потом на выход. То есть вот такая вот двойная функция у печени и у желчи есть, да. Но на самом деле их еще больше, но вот таких две, да. Далее у нас есть такая жидкость, как кровь. И все прекрасно знают, что делает кровь. Она несет питательные вещества и кислород каждой нашей клеточкой, каждому органу. И назад от клеточек несет именно в печень то, что переработали уже клеточки, то есть это продукты обмена веществ, да. Клеточка переработала, она что-то, какие-то отходы своей жизнедеятельности в кровь выбросила, и кровушка уже несет это все в печень, и печень это все очищает. Ну, дальше уже в желчный пузырь, да. И точно так же работает лимфатическая система. Точно так же она выполняет сразу несколько функций. И одна из этих функций – это иммунная функция. Потому что благодаря именно лимфатическим узлам, где скапливаются иммунные клеточки, лимфоциты и так далее, и происходит обезвреживание вирусов, инфекций различных, которые атакуют наш организм. И также лимфа, точно так же, она имеет функцию дренажа, она лишнюю жидкость от каждой клеточки, от каждой ткани органов отводит вместе с жидкостью и точно так же выводит токсины. Так вот, про лимфатическую систему хочу сказать, что очень часто происходит застой жидкости, застой лимфы. Вместе с этим токсины, которые должны были выйти из организма, они остаются и они попадают повторно вот по этому кругу, они попадают в наш организм и тем самым несут колоссальный вред нашему организму. Поэтому важно и лимфатическую систему регулярно чистить и полностью делать детокс организму. Поэтому, друзья, я хочу, чтобы вы были у меня здоровы и счастливы и дарю вам доступ в шикарный детокс-марафон. Обещаю вам, это будет очень крутой марафон. Что нужно сделать, чтобы попасть на детокс-марафон? Условия минимальные. Это заказ на любую сумму, на любые баллы. Хоть один балл у вас будет, и вы получаете профессиональный детокс-марафон в подарок. Итак, что же ждет вас на марафоне? Вы пройдете тотальную чистку организма пошагово. Главное, профессионально. В любое удобное время. Первый этап – это будет подготовка, второй этап – это детокс, третий этап – это антипаразитарка, потом выход из этой программы 1,5 недельки. Всего 9 недель детокса и сопровождение. Это прямые эфиры на 2-3 часа. Все про детокс питания, антинутриенты, триггеры, воспаление, усиление, детоксикации и так далее. Это коррекция питания на каждом питании. Правильный выход из программы, индивидуальный подбор продуктов питания после выхода по древневосточной схеме.
А также будут приглашенные спикеры с темами такими, как экзема, псориаз, аллергия, камни в желчном, тема детского питания, профилактики заболеваний, такие базовые вопросники по печени, по всему организму и системе детоксикации. Бонусы – это книга детокс-рецептов, 8 базовых книг про ЗОЖ, путеводитель по специям для всех, гайд осеннее питание для легкого вхождения в межсезонье после лета в осень. Это курс про дисгормональные расстройства, около 20 часов для всех, и еще крутые бонусы тем, кто дойдет до конца. Это расшифровка анализов, подробности будут в PDF-файле. Вообще этот гайд, он стоимостью 15 тысяч рублей, а он вам будет в подарок. Дальше это лекция на 3,5 часа, как работает мой ЖКТ по одному анализу. Шикарный просто бонус и полноценная программа. Все материалы остаются с вами, с нашими клиентами и партнерами навсегда.